На этой мемориальной доске фото заслуженного профессора Карагандинского государственного индустриального университета Шахидена Жакушева. Почетное право открыть именную аудиторию в ее честь досталось друзьям и родственникам. Среди них его дочь Гульнара Жаксыбаева, которая, как и ее отец, преподает в этом вузе. У Шахидена Манаповича очень много друзей, очень много выпускников. И, конечно, для нас это очень трогательно и очень, наверное, значимо, потому что это память. Шахиден Жакушев родился в 1938 году в обычной рабочей семье. Учился по специальности металлургия черных металлов, но посвятить себя решил преподавательству. Он проработал в этой сфере более 35 лет. В семье Шахиденом очень гордились. Его двоюродный брат Такмиржан Интыков тоже пошел по преподавательской стезе именно по примеру Жакушева. Сейчас он профессор Карагандинского государственного технического университета. Он старше меня где-то на 5-6 лет. Мы учились в школе, и Шахиден Манапович всегда был для меня большим примером, потому что он и общественник был, он и футболист был, он и отличник был. Потом он кончил школу нашу, 144-ю, Дарьинскую, поступил в горную технику. И представляете, кончив школу, я тоже хорошо, очень хорошо кончил школу, но ввиду семейного тяжелого положения тоже пошел в горную технику и тоже его окончил. И потом он поступил в политех, и я потом поступил в политех. То есть этот человек, это близкий, родной человек для меня, всегда был тем жизненным ориентиром и примером, с которого можно было брать вот такой пример. Открытие именных аудиторий стало для университета в Темиртау доброй традицией. Именно так здесь решили отдавать дань уважения педагогам, которые внесли большой вклад в развитие университета. В новой аудитории студенты, помимо прослушивания лекций, могут ознакомиться с биографией Шахидена Жакушева, узнать о его трудовом пути и заслугах. Молодой преподаватель дослужился до звания декана и был соруководителем дипломного проекта президента страны Нурсултана Назарбаева. С инициативой открыть в вузе аудиторию Шахидена Жакушева выступила его семья. Эту идею с удовольствием поддержало руководство университета, а также известные общественные деятели страны. Илья Астахов, Гульжанар Кабирова, Владимир Пороховой. Новости Темиртау.